Добрый день, друзья мои. Сегодня у меня вот небольшая такая распаковочка. Сегодня получила моя приятельница Надюшка посылочку из Тулы. Вот. Там моей было всего две позиции. Это морозник. Вот такой. У нее я уже распаковку делать не стала. Она не очень близко живет. Муж съездил, мой Леня, и привез мне то, что мне прислали. Ну, вот что-то, наверное, маленькие корешочки. По осени это я покупала были. Вроде крупнее у кого-то здесь. Так, все как бы упаковано, все это влажненько. Салфеточку. Так, вот. Корни нормальные, но не сухие уже. Так. Сейчас я их замочу и высажу завтра. Вот. Упала банка. Это морозник. Там название у меня где-то есть, я когда заказывала. Так, а вот это вот. Это я заказала. Кустарничек такой. И называется он зверобой. Это не тот зверобой, что мы привыкли считать лекарством. Тот травянистый просто. А это вот такой кустарничек. Ну, что-то будет типа барбариска, спиреги какой-нибудь. Такой невысокий кустарничек. Но цветет очень крупными желтыми цветочками. Вот его фото. Так. А это очень влажный такой ком. Вот столько росточков уже он прорастает. Хороший, живенький. Начал расти в дороге, видимо. Вот такая хорошая, прям корневая. Просто откопанный с грунтом, с комом земли. Мы будем дальше его разворачивать. Тоже я его замочу и высажу завтра. Сегодня уже поздно. А это вот Надюха положила мне. Ирис сибирский. Вот. Вот такой она человек. Как-то я заикнулась. Вот ирис и выписывала, говорю, от Ирины. А я что-то не догадалась. А так хочется. Вот она себе выписывала. И вот надо же, вот мне отделила. Вот это был подарком. Так, или как у нее. Ну вот она такой подельчивый человек по жизни. Ирис сибирский. Сказала, такой нежно-голубой будет. Хорошая кочка. Вот, какой хороший. Да, какие корневые хорошие. Ой, корни хорошие у него. Но это вот не такой, как у обычных ирисов. Там же такие вот лямбы. Это вот такой вот. Тоже высажу. Сейчас подумаю еще, куда мне его высадить. Ну вот, на этом я заканчиваю свою распаковочку. Всего всем доброго. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Что-нибудь еще полезное для кого покажу и напишу.